Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, и сегодня мы с вами узнаем, как правильно хранить сливочное масло. Более подробно этот и другие материалы вы можете, как всегда, найти на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Итак, что же такое сливочное масло? Это полезный и вкусный молочный продукт в питании как взрослых, так и детей. Но недостаточно только выбрать качественное сливочное масло, нужно его еще и правильно хранить. О том, как правильно хранить сливочное масло, чтобы оно сохраняло все свои полезные свойства, витамины, а самое главное вкус, мы и расскажем сегодня в нашем видеоматериале. Итак, правила хранения сливочного масла. В магазинах сливочное масло обычно продается в фасовочном виде в пачках по 200 грамм. Уже через несколько дней после вскрытия пачки сливочное масло начинает окисляться, так как содержит молочнокислые бактерии. Факторы, отрицательно влияющие на сливочное масло, это свет и высокая температура. Под их воздействием сливочное масло окисляется, теряет свои полезные свойства и вкус. И начнем наш видеоматериал с подробного рассмотрения хранения сливочного масла в холодильнике, где, в принципе, оно у большинства хозяек и хранится. Для ежедневного пользования оптимальная температура хранения сливочного масла составляет от 0 до плюс 6 градусов по Цельсию. Такие условия хранения могут обеспечить только холодильные установки. Обычно сливочное масло хранят на верхней полке холодильника в отделении для фруктов и овощей или на двери. Срок годности, указанный на упаковке, касается невскрытой пачки. Стандартный срок годности после вскрытия при хранении в холодильнике составляет 2-3 недели. На срок хранения масла в холодильнике влияет упаковка. В чем хранить сливочное масло? При выборе упаковки нужно помнить, что свет негативно влияет на масло, поэтому стоит отказаться от прозрачной и полупрозрачной упаковки. Сливочное масло не стоит хранить в полиэтиленовом пакете, поскольку оно приобретает неприятный запах и привкус и быстрее испортится. Также сливочное масло может впитывать посторонние запахи, поэтому не рекомендуется хранить его в открытом состоянии и вблизи продуктов с сильными запахами. Сливочное масло в холодильнике можно хранить, во-первых, в заводской упаковке. Если заводская упаковка масла непрозрачная, то можно хранить масло в ней, не перекладывая его в масленку или заворачивая в фольгу. Во-вторых, в масленке или непрозрачном пластиковом контейнере с крышкой. Масленка, пожалуй, один из самых удачных вариантов для хранения масла в холодильнике. Главное требование к масленке – это непрозрачность и наличие крышки. Масленка или пластиковый контейнер будут защищать масло от продуктов с резким или специфическим запахом, которые находятся в холодильнике. В контейнерах или масленке срок годности сливочного масла составляет минимум 3 недели. Для продления срока хранения масла в масленку можно поместить кусочек сахара. О том, как правильно выбрать масленку для сливочного масла, вы также можете подробно почитать на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Третий пункт. Завернуть в фольгу. Сливочное масло для хранения в холодильнике можно также заворачивать в фольгу. Масло, завернув в фольгу, может храниться в холодильнике до 3 недель. И следующий пункт – это завернуть в пергаментную бумагу. Сливочное масло в холодильнике можно хранить в пергаментной бумаге. Для этого брусок масла нужно завернуть в 2 слоя бумаги, так оно не потеряет свои вкусовые качества, при этом не заветрится и не задохнется, так сказать, образно. Самое главное – не пожелтеет. Срок хранения масла в пергаменте в холодильнике составляет от 7 до 10 дней. А теперь давайте с вами рассмотрим следующий вариант хранения. Это хранение сливочного масла в морозильной камере. Многие делают сливочное масло своими руками из деревенского молока, покупают на фермах или запасаются впрок. В таких случаях встает вопрос о сохранении масла в течение длительного срока. Для длительного хранения сливочного масла идеально подходит морозильная камера с температурой до минус 18 градусов по Цельсию. При заморозке сливочного масла оно сохраняет свои полезные свойства, вещества, витамины. И при этом они не изменяются, а срок хранения при этом увеличивается. Перед замораживанием большого куска сливочного масла желательно разделить его на несколько частей, каждую упаковав отдельно, например, в пищевую пленку. Затем доставайте масло по мере надобности. Употреблять замороженное сливочное масло рекомендуется порционно, поскольку если масло подвергать размораживанию и повторному замораживанию, то это негативно скажется на его вкусовых качествах. Соленое сливочное масло в морозильной камере в подходящей упаковке хранится 12 месяцев. Несоленое можно хранить в морозилке до 5-6 месяцев максимум. Следующий способ хранения сливочного масла без холодильника. Надолго оставлять сливочное масло при комнатной температуре нельзя, поскольку под воздействием тепла и света масло окисляется, теряет свою пищевую ценность, вкус и становится просто желтым. Но некоторое время сливочное масло можно хранить при комнатной температуре при определенных условиях. Главное, чтобы на масло не попадали прямые солнечные лучи и не было воздействия любых источников тепла. Место должно быть темным и, самое главное, прохладным. Если вы покупаете сливочное масло на дачу или в поездку, в поход или прочее,
путешествия и холодильника рядом нет, то сохранить масло можно следующими способами. Во-первых, завернуть сливочное масло в чистую хлопковую ткань, смоченную в растворе воды и столового уксуса. Далее сложим брусочки в закрывающуюся тару и присыпем сверху сахаром. Периодически по мере высыхания ткани ее нужно снова смачивать в уксусном растворе. Во-вторых, сливочное масло плотно завернуть в пергаментную бумагу, бумагу для выпечки, например, брусками по 200-250 грамм. Поместить в глубокую емкость, кастрюлю или стеклянную банку и залить солевым раствором из расчета 20 грамм соли на 1 литр прохладной воды. Желательно прижать масло грузом. Раствор нужно менять ежедневно. И в-третьих, положить масло в стеклянную банку и залить уксусным раствором, чтобы он покрывал брусок на пару сантиметров. Таким образом, сливочное масло можно хранить в прохладном темном месте в течение до 2 недель. А теперь давайте с вами подробно рассмотрим, сколько же хранить сливочное масло. Для этого мы специально сделали специальную инфографику, которую вы можете видеть у себя на экране, где мы сделали два столбца в таблице, это температура и, соответственно, срок хранения. Если температура хранения сливочного масла составляет от плюс 5 до минус 5 градусов по Цельсию, то такое масло можно хранить до 3 недель. Если температура от минус 6 до минус 12 градусов по Цельсию, целый год. Можно хранить масло. Если температура минус 18 градусов по Цельсию, то 2 года. Если температура ниже 18 градусов по Цельсию, то год и чуть более. При комнатной температуре, как мы отмечали ранее, сливочное масло можно хранить не более 2 недель. Но максимальный срок хранения, как мы сказали ранее, при температуре от плюс 5 до минус 5 градусов по Цельсию, это 30 суток. А при температуре от минус 5 до минус 25 градусов по Цельсию, это 12-14 месяцев. Соленое сливочное масло, или как его называют, бутербродное, хранится дольше, так как в соленой среде микроорганизмы, которые окисляют масло, не развиваются. Если сливочное масло хранится неправильно, то в нем развиваются болезнетворные бактерии, которые могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать тем самым отравление организма. При подозрении, что масло испортилось, лучше не употреблять его в пищу. Если в процессе хранения сливочное масло начало желтеть, то других признаков порчи при этом не наблюдается, то желтизну можно срезать ножом и изменить условия хранения, а также температурный режим. Желаем вам, чтобы ваши продукты на вашем столе всегда были свежими и вкусными. А мы с вами прослушали и просмотрели видеоматериал на тему, как хранить сливочное масло. Более подробно этот и другие материалы вы всегда можете найти на нашем сайте bazlight.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте. Мы обязательно их рассмотрим и ответим. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи!